Здравствуйте, друзья! Сегодня у нас 100 слов на тему транспорт. Это будет первая часть, потому что слов очень много. В первой части будет наземный транспорт. Будут автомобили преимущественно, также немного мотоциклы, автобусы и все. А во второй части будут поезда вместе с метро, самолеты и всевозможные лодочки. Вот. Сегодня машинки. Глаголы различные, фразы, да, части автомобилей и прочее. Там сильно больше 100 слов. Материал будет ВКонтакте, который мы будем разбирать в видео. Приступаем. 100 слов на тему транспорт. Часть первая. Авто и мототранспорт. Сначала вот такая вот схема. Машина курюма, легковушка джойося. И вот на схеме показано, что где у машины находится, без каких-то супер тонких деталей, да, мы не механики, мы японисты. В общих чертах автомобиль джидоуся, машина курума, дальше все, что со схемы, да, джойоуся, легковушка, фронто гарасу, лобовое стекло, вайпа, дворники, вайпао угукасу, включить дворники, то есть заставить их двигаться, угукасу. Боннетто, капот, райто, фары, хеддо райто и реа райто, задние, передние. Хеддо райто, передние, хеддо райто, цкеру, включить передние фары. Сайдо мира, боковое зеркало, то есть зеркала в машине, в транспорте будут не кагами, а мира. Багку мира, зеркало заднего вида, туранку, багажник, туранку ни, нимоцу, цуму, положить вещи в багажник. Тая, шина, таяга, панку, суру, проколоть колесо. Га, понятно, да, что само прокололось, не мы специально ножом. Вот картинка на эту тему, курума, но панку, кизуканай, донару, но. Что будет, если не заметить, что колесо проколото? Ничего хорошего. Мне кажется, что погнутся сами колеса. Навигатор. Канаби. Канаби. Навигейшн, да? Руль. Хандору. Мы его держим. Хандору о нигиру. Ключ. Ки. Пассажирское сиденье. Джошу секи. Водительское сиденье. Унтен секи. Рычаг переключения передач. Shifto reba. Reba – это вообще рычаг любой. Коробка передач. Hensoku ki. Вообще сильно больше 100 слов, но можно еще коробку ручную, коробку автомат, правосторонний движение, левосторонний. То есть это бесконечная тема. Вот, но надо остановиться в какой-то момент. И так слов много. Значит, номерной знак. Намба прето. Бардачок. Гробу боккусу. Это от главбокс. Коробочка для перчаток. Завести машину. Энджин о какэру. Энджин двигатель. Нажать на газ. Аксэру о фуму. Резко нажать на тормоз. Кью брейки о какэру. Если без кью, то просто брейки о какэру. Нажать на тормоз. Унтен мэнкё чоу, водительские права. Получаем мы их тору. Унтен мэнкё тору. Водить. Унтен сурю. Здесь специально транскрипцию не пишу. Вот она здесь была, чтобы заучивались слова. Дурайбо сурю. Тоже водить. Сито бэру то симеру. Пристегнуться. Взять машину на прокат. Рентакао кариру. Подвозить кого-то. Хитоо носэрю. Дико не ау, попасть в аварию. Видите, ау, это как бы встретиться, но это конкретно встретиться с какой-то неприятностью. Например, хидой мэй не ау, тоже попасть в какую-то очень неприятную ситуацию. То есть это непростое ау. Можно хираганой просто писать, да? Дико не ау. Сработала подушка безопасности. Эбагуга дэта. В аварии, да, при сильном столкновении. Заправка. Гасурин стандо. Заехать на заправку. Гасурин стандо ни юру. Юримас. Автостоянка. Чусяджо. Гараж. Гарейзи или шако. Повернуть за угол. Так, какое тут суно. Неправильно.
Цуно – это рог у коровы. А у нас кадо. Кадо магару. Хаси бриджио ватару – пересечь мост. Цкиатари – конец улицы. Ну, что прохода? Конец улицы, в смысле тупик. Железнодорожный переезд. Фумикири, шлагбаум, щаданки. Сейроукуэру – переехать через железную дорогу. Зютай – пробка. Дуро – так, надо нам... Так, у нас, во-первых, угол остался. Доро. Ну что, доро. А, вот здесь тоже подпишем чтение. Дороги загруженные. Дорога кондеиру или, как здесь, зютайштеиру. Свободные дорога суитеиру. Автомойка сэншаджо. Мы там сэншасуру, да? Доро, дорога. Так, ну дорогу надо, наверное, вот сюда переместить. И вот здесь убрать тогда ее чтение. Уже отредактированный вариант будет вот такой весь прилизанный и красивый будет в материале ВКонтакте. Так, одностороннее движение. Ипоцуко. Сейчас увидим знак ипоцуко. Вот он. Такая вот стрелочка. Ипоцуко. И обычно написано ко-ко-кара отсюда. Ипоцуко. Одностороннее движение. Далее. Стоянка запрещена. Чусь. Что за чуши? А, чусь-акинси. Правильно. Чусь-акинси. Тоже где-то есть этот знак. А где он? Кто украл наш знак чусь-акинси? Он точно был. Вот он. Чуся, да, чуся кинси, чуся гоинрёку дасай. Воздержитесь, пожалуйста, от парковки здесь, от стоянки здесь. Чуся кинси. Так, далее. Тори, улица, дорога, проезд. Одори, проспект, главная улица. Косо кудоро, скоростная магистраль. Оданходо, пешеходный переход. Косатен, перекресток. Синго, светофор. Осиботанскино синго. Светофор с кнопкой, где мы кнопку нажимаем, и нам он загорается, да? Недавно песню разбирали, там был этот осиботанскино синго. Синго ки – это сам светофор, то есть не просто где свет переключается, да, а сам вот этот столб со светофором. Синго ки. Дорожный знак. Доро хёски. Хёски. Камбан – вывеска. Ну, вот они, хёчки, да, знаки. Но это уже можно и как камбан трактовать. То есть камбан – это не только, не обязательно рекламный щит, вот такая большая штука. Тоже можно сказать камбан. Движение запрещено. Цукодоме. Вот, видите, цукодоме. И вот такой знак. Нельзя. Вот, ну, тут не ошибешься. Проезд запрещен. Тихий ход. Джоко. Ну, это где-то, где массовые мероприятия, да. Я первый раз его видела на входе в океанариум. Вот, чтобы не сбивали, да, туристов, там, детей. Езжайте медленно. Джоко. Вот, видите? Джоко. Тихий ход. И для туристов специально slow. Вот, медленно едем. Далее, коцую кисоку, правила дорожного движения. Коцую сейри, регулировка дорожного движения. Басу, автобус, торори и басу, троллейбус, тракку, грузовик. Сегвей, сегвей. Скута, скутер, отобай, мотоцикл или байку. Дзитенся, велосипед. Так, это, видимо, из карточек транспорт, да, в списочек. Квадо байку, квадроцикл. Чуринджо, велосипедная стоянка, есть чусяджо, автомобильная, есть чуринджо. Стоянка такси, такси нориба. Ну, не стоянка, а где мы садимся в такси, там специальное место, прям тоже знак будет стоять, вот здесь можно в такси сесть. И тоже все стоят в очереди, а не просто так. Юбинся, почтовик. Так, это куча видов машин из песенки. Юбинся,
почту возят, да, сейсося или гомисюсюся мусоровоз, кюкюся машина скорой помощи, хасиго сёбоуся пожарная лестница, хасиго пожарная машина, хасиго приставная лестница. Ну, главное, еще больше знать, хасиго это, которая, ну, на высоком доме может тушить пожар. Какярия автовоз, да, большая машина, на которой другие машинки едут. Панэйрубан – фургон для переезда и доставки. То есть, если вы в Японии переезд с одной квартиры на другую делаете, вы вызываете панэйрубан себе. Рэйкася, точнее, рэйкася – эвакуатор. Если вы не в том месте машину свою тюсяща, вот, то рэйкася ее у вас увезет. Танкроури – бензовоз, но это от слова лори, вот это роури. Бензовоз, фокурифто, вилочный погрузчик, как в супермаркете, знаете, такие с вилочкой. Сёбэйрука, экскаватор, то, что шавел копает он. Дампука, самосвал, который перевозит всякие там камни и так далее, и поднимает кузов и сваливает это все куда нужно. Патрурука, патрульная машина ДПС, дорожно-постовой службы. Сансуйся, машина, которая моет дороги. Траппука, трап, который подают в аэропорте. Ну, на выходе из самолета, да. Тюкейся, передвижная телевизионная станция. Телевизионщики, если приехали, то они приехали на таком фургончике со всякими штуками торчащими. Это тюкейся. Детсадовский автобус. Йоутиэмбасу. Машина доставки – это либо такухайся, либо хайсося. Машина с морозилкой – рейтося. Бетономешалка – конкрито миксася. Конкрито – бетон. Коунся – культиватор, трактор. Вот это вот из сельского хозяйства, да, иероглиф возделывать. Родорора – асфальтоукладчик. Римузин басу. Автобус шаттл, например, от аэропорта до отеля, как лимузин. Римузин басу называется. Канко басу. Туристический автобус. Далее буксир. Туингу ракута. Туракута. Туингу туракута. Например, который самолет отвозит, отбуксирует по аэродрому. Пожарная машина пенного тушения. Кагаку сёбося. Ну, то есть у нас была сёбося хасиго с этой, с лестницей, где-то там далеко. А это кагаку, кагаку как химия, кагаку сёбося, химическая пожарная машина, в общем, с пеной. Тауэки, ну это конкретно про рис, да, машина, которая рис сажает специально. Хабеста комбайн, собирает урожай, ассенизаторская машина, ну и всякие там если нужно отсасывать там какие-то отходы, вот, всякие опасные отходы или канализацию, в общем, нужно, если отсосать что-то через трубу, то это кёрёку кюинся. Кёрёку кюинся. Машина, перевозящая напитки, боторука, ну, у нее там холодильники такие специальные в ней. Бастей, автобусная остановка, сокращение от басу, но тейрюзё, тейрюзё было раньше слово, но оно существует. И сейчас юсэнсэки, приоритетные места для инвалидов, вот, в автобусе, в метро красненькие такие креслица розовые. Над ними написано, что это юсэнсэки, юсэн – приоритет. Секи о юзуру – уступить место кому-то. Козичу – идет строительство, идут ремонтные работы. Вот этот, это вывеска, этот камбан. Гомейваку о окакэште оримас – мы вас потревожим. Да, мы посмеем вас потревожить, супервежливый стиль. Козичу – помните, было видео, где чу, где джу читается, и материал, да, вот где этот иероглиф чу, а где джу. Это вот яркий пример. Козичу в процессе работ. Можете посмотреть видео про чуйджу. Про этот иероглиф недавно было. Так, тротуар, ходо, набережная, каган,
кавагиши, а также уота фронто. Перейти дорогу на пешеходном переходе Шинго ватару. Переходить, посмотреть налево и направо. Сайо мите ватару. Так, не повторяется ли оно? Ну ладно. Автобус трогается, останавливается. Басуга хася сюрю, тейся сюрю. То есть, если... этот самый щупацу суру, это когда мы отъезжаем, ну, как бы, в наше путешествие. А хаща — это когда сам транспорт начинает двигаться. Конкретно этот момент трогается. Хаща шимас, говорит нам водитель. Цирикава — кольцо, за которое держатся пассажиры в автобусе или в метро. Колечко такое. Тейсури — поручень. Тоже в транспорте. Чикамитио сюру – срезать, поехать короткой дорогой. Мавари мити или тоу маварио сюру – поехать в объезд. Обогнать грузовик, едущий медленно впереди. Ну, сразу фразой, да? Мае о юккури хаситиру турако ойкосу. Турако ойкосу. Вот. Почему мае о? Помните, у нас есть видео, да, по падежу о. Мае о хасирю. У нас один из моментов, где мы используем падеж «о», это какая-то поверхность, какое-то пространство. Например, лететь по небу «сора о тобу». Или там «коэно аруку». «Митио хасирю». Вот. И поэтому он здесь едущий впереди через «о». То есть «мая» идет как пространство или поверхность, и мы по нему, ну точнее и грузовик по нему едет. «Майо хасирю». «Якури хасиру» медленно едет. Ехать со скоростью 100 км в час. Дисоку хяку киро де хасиру. Нарушение скоростного режима. Спидо ихан. Нарушение правил парковки. Тюся ихан. Парковка у дороги. Аудзора тюся. Романтичное название. Парковка под голубым небом. Вот. Но это имеется в виду не в гараже, не на стоянке, а просто бросить машину где-то у дороги. Аудзора тюся. Дальше. Лексика мотоцикл. Вот такое... Такую картинку я сделала. Практически она была уже готова на английском, правда. И видите, вот то, что обведено черненьким, это то, что пропустил автор, который делал на английском. Пришлось дорисовывать. В общем, общими усилиями с неким автором мы сделали эту картинку. А ее оригинал вот здесь на сайте. И там много-много лексики прям для мотолюбителей, да, по мотоциклу на японском, на английском языке. Итак, водить мотоцикл отобай нинору, либо байку нинору. Надевать шлем хайрумето кабуру. Передняя фара хайдурайто, как было у этого, у машины тоже. Фубо, лобовое стекло, ветровое стекло. Ну, вот этот вот, как он называется у них, по-русски он не капюшон. Ладно, в мотоциклах я плохо разбираюсь, на машинах лучше. Переднее колесо, дзенрин, поворотник, уинка, уинк-уинк-уинк, моргает. Спидометр, спидомета. Тут, видите, не очень видно, ну, понятно, да, где спидометр находится. Брейки, тормоз, ручной. Куратти, он слева, там, где здесь тормоз, а там сцепление. Хон, гудок, тоже слева на ручке. Сроттору, дроссель, ну, в общем, это вот эта вот крутилка, а также специальная насадка на вот этой части руля. И тот механизм, который туда заложен. В общем, кому нужно, разберется, но дроссель, он вот здесь, да. Нэрио танку, бензобак, сито, сиденье, стандо, подножка, саспенсион, подвеска, курин, заднее колесо, хайкикан, выхлопная труба, мафура, глушитель, мафлер, да, то есть это не мафура, подушка, а мафура от слова мафлер, кяриа, багажник, на котором кого-то вести, да, то есть не транку будет, кяриа. Задняя фара тейру райто, хвостовая, да, лошадиная сила барики.
Ну и пару еще слов безотносительно к мотоциклу. Неко хику — сбить кошку. Неко га курумани хикарейру — да, кошку сбила машиной. Ну давайте хику подпишем. А кабы нибуцукару — врезаться в стену. Хансоку суру — нарушать правила. Баккин — штраф. Хансоку кин — тоже штраф. Ну то есть кин за хансоку. Все, увидимся с вами во второй части. Там будут корабли, самолеты и поезда. Все, до свидания.